Добрый день всем. Это видео по заказу интернет-магазина minitraktor.ukr. Обзор мини-трактора, китайского мини-трактора Синтай 244 ТНТ. Все его плюсы и минусы. Честный обзор. Ну, начнем. Первое. Передний мост. Вроде бы эта модель, сказали, этот мост сделанный, усиленный, хороший. Как я подцепил плуг, отрегулировал, кинул, стал ехать, работать, вернее, не ехать, а работать. Оказалось, что тут стоит 24-сильный двигатель КМовский, 385-й, но мост стоит с 22-ки, он слабый для него, и его разорвало. Разбираю, оказалось, что полуоси здесь стоят не на шлицах, а просто-напросто на горячую, насаженные, прихваченные, и все. Разобрал, в итоге это получилась вилочка, отскочила вилочка. Обварил, все сделал красиво, хорошо, все. За мост забыл. Дальше, второе, основное такое, что это, сцепление. Не годится корзина сцепления, хоть и говорят, она донфенговская, вроде бы качественная, нормальная, но не тут-то было. Получается, шпильки лапок прослабленные. Там получается не металл, а пластилин. В итоге начал регулировать раз, второй раз, смотрю, это что такое. Раз включил, второй раз уже не могу включить. Разбираю, в итоге оказалось, там это резьба, вытянутая резьба. Пришлось переточить, попросил своего знакомого токаря, переточили, нарезали резьбу хорошую, зацементировали ее, собрали. И то же самое. Забыли, где оно у нас стоит. Отрегулировали как положено и забыли, где оно стоит. Третье. Не годится проводка. Выкинул полностью всю проводку. Поставил вот такую панель фотоновскую. Плюс вот такой переключатель КамАЗовский. Удобно и хорошо. Под рукой все рядышком. Ну, самой собой датчики и поменял. Так, следующее. Сиденье, естественно, как все знают, пришлось выкинуть однозначно сразу. Только он это снова только купил, сразу же его выкинул. Поставил вот такой пилот. Следующее. По покраске. Покраска то же самое. Не годится полностью. По голому металлу покрашено и все. Стал мыть кёрхером, мойкой. Начала отлетать, прямо коржами сниматься. Но так как я рассчитывал делать кабину, это самодельная кабина у меня, рассчитывал делать кабину, я взял полностью весь трактор, ошкурил, прошел, грунтовали, покрасили хорошей краской автомобильной, эмалью. Теперь с этим тоже проблем нету. Так что вот такие вот основные недостатки. Ну, мелочи, может, какая-то и выскочит, но они не столь важные. Самое главное, теперь он у меня работает без проблем. Он у меня прошел 500 моточасов. Полтора года он у меня. То есть, грубо говоря, две весны, два сезона хороших отработал. Видел все. То есть, сейчас пройдемся как раз, кстати, по навеске. И посмотрите, это вся навеска, которая уже была в действии, в работе. И это он ее сам ее заработал, этот трактор. Так что делайте выводы. Стоит его куплять и смысл есть или нету. Так, первое. Косилка КРН 135. Куплял китайскую, польскую не потянул, во-первых, тяжелая. А во-вторых, это по цене. Это получается у нас 170 килограмм. Косит так же само 1,35 м. Отлично ложит. Все красиво, хорошо. Два небольших минуса. Кардан. Тут маленькие эти слабые карданы. Вернее, не карданы, даже, а крестовинки разлетелись. Поставил с фрезы кардан. Все, забыл за это. И второе. Подшипники. В стаканах подшипники, 205-е подшипники, китайские слабые. Пришлось найти советские, поставить. И все. И это было их два. Поставил три. Место позволяло. И порядок. И поехали работать. Так, дальше. Что у нас получается? Вот такой у нас опрыскиватель. По опрыскивателю проблем нету. Все работает, со своими задачами справляется. На 200 литров. Больше не захотел брать, потому что ориентировочный расчет 200 литров на гектар. Хоть что взять.
И так что работает на ура. Это у нас небольшой возик. Так, дальше. Междурядный культиватор. Тут есть и ежи, и подгортачи, и прополочные. Все три в одном. По нему тоже проблем никаких. Картошку на ура работает. Кукурузу не пробовал. На следующий год будем пробовать. Но по картошке попробовал. Все отлично. Так, поехали дальше. Сеялка тоже китайская. На 12 рядков. С ней так, в принципе, проблем нету. Одно только, что сейчас она, эти семяпроводы сняты. То, что гофра. А ячмень вот так взять, суданка, она устюковатая и забивается. Пришлось их снять, будем менять, шлангочки заказывать, будем менять. И чтобы гладенькие поставить, и будет нормально. И то такой, это высевает, она не рассчитана на кукурузу, что хоть бы не, чтобы не говорили, кукурузу она не рассчитана. Почему? Стоят с одной и с другой стороны 4 вот таких звездочки приводных. Это передаточное число 1:1. Что я сделал? Я поставил внизу на 12 зубьев, вверху на 24. Получается передаточное число 2:1. И уменьшил скорость вращения высевных аппаратов наполовину. И тогда это стало и кукурузу сеять, и остальное все, что надо. То есть и траву, и зерновые, и кукуруза, и удобрения. Все можно сеять отлично. Так что этот, вот дальше, копалка. Ну, копалка я только ее купил, еще не пробовал, будем через месяц пробовать. Фреза. Вот она, кстати, и мойка моя. Фреза. С фрезой тоже проблем никаких. Работает 1,40 м захват. Трактору. Трактор не в напряг, идет хорошо. Он бы, может, и потянул бы и 1,60 м, но смысла не вижу напрягать его. Только меняй ножи. Так. Плуг, вот такой плуг, не захотел бомотовский взял, это каменец подольский с предплужниками 2х25. То же самое, пашет, отлично работает. И последнее, картофелесажалка. Тоже садит, нормально работает, все отлично. Так что смотрите, делайте выводы, вот это все навесное оборудование. Все, трактор заработал сам. Ничего я не влаживал. Ну, в смысле, ничего не влаживал с этого, с бюджета семьи. Я не брал. Это все он сам заработал на себя. Так что, вот, так, вот такое небольшое видео получилось. Делайте сами выводы. И ставляем лайки, если кому понравилось. Всем удачи, всем пока. Друзья, сэкономить 10 тысяч гривен на ровном месте, получить сертификат на любую покупку, либо на навесное, либо скидку на трактор. Также 3 годовых запаса масла в трансмиссии увидели для вашего мини-трактора. Только это эксклюзивно на мини-трактор Укрус. Все, что нужно для этого, переходите по ссылке внизу. Есть детальное видео инструкция. Также есть внизу ссылка на наш телеграм-канал, где все подробно записано. Мы собираем правдивые, честные отзывы от людей. Поучаствуйте в этой всей штуке. Помогите другим людям выбрать трактор и получите огромную скидку и колоссальную экономию на ваши покупки. Друзья, а теперь смотрите дальше обзор.